Ух ты, и снова я, Александр Криволап, печенеги. Дорогие родные, близкие, друзья, поздравляю вас с великим праздником Пасхи Христовой. Христос воскрес! Желаю помощи Божией, крепости духа, сердечного тепла, пасхального ликования, улыбок добрых лиц, здоровья близким, тепла дому, трепетной радости, благодати, милости, душевного просветления. Пусть воскресение Христово принесет свет, счастье, мир. Храни вас Господь. Ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Пока-пока, ребята.